Всем привет! Сегодня будем разбирать фотоаппарат Casio Exilim EX-Z32. Для начала, как обычно, необходимо открутить все винты, которыми крепится корпус. Скрытых винтов не наблюдаю, поэтому сложности никакой не должно вызвать. Откручиваем все винты. Теперь давайте разберем корпус. Необходимо расщелкнуть две половинки и аккуратно снять эти половинки с фотоаппарата. Делать это нужно аккуратно, не спеша. Пластик очень хрупкий. Нужно поддевать по всему периметру с разных сторон, и тогда корпус можно снять. Хочу обратить ваше внимание на то, что под скотчем вверху располагаются контакты для разрядки конденсатора вспышки. Подписаны C- и C+. Это как раз места для разрядки. Для дальнейшей разборки не забудьте разрядить конденсатор фотоаппарата. Для замены дисплея нужно открутить с торца два винта. Здесь на передней части отсоединить шлейфы нижний, это шлейф клавиатуры, и верхний, это шлейф дисплея. Дисплей можно поддеть аккуратно, он вытащится из своего разъема, и таким образом можно потихонечку вытянуть шлейф дисплея. Если необходимо снять полностью клавиатуру, то она здесь приклеена на двухстороннем скотче. Будьте аккуратны. Для того, чтобы ее отклеить, нужно не спеша по периметру поддевать. Вот дисплей мы сняли, можно устанавливать новый. Но для того, чтобы продеть новый, можно попытаться в эту щелочку. Но лучше, конечно, аккуратно снять клавиатурный модуль. Делать это нужно очень аккуратно, потому что можно повредить вот этот вот тоненький маленький шлейфик. Мы его сняли. Видите, в двух местах такой хороший скотч большой ширины, площадь большая, поэтому сорвать его очень трудно. Все, теперь можно менять дисплей. Теперь для замены объектива, для того, чтобы его снять, необходимо отщелкнуть один замок объектива, замок матрицы. Для того, чтобы отщелкнуть, нужно снять пластиковую прозрачную пластинку защитную и под ней, под пластинкой, можно отщелкнуть замок. Теперь для того, чтобы снять сам объектив из креплений, вам нужно отсоединить три защелки, которыми этот объектив крепится. Одна защелка находится сбоку. Аккуратненько поддеваете ее. Еще одна находится вот в этой части, нижней. Также аккуратно все это нужно делать, не спеша, чтобы ничего не повредить. И третья, ну, у нас тут, можно сказать, автоматически освободилась, в верхней части была. Здесь также надо снять
скотчик отсоединить и аккуратно вытащить объектив фотоаппарата. На этом все. Фотоаппарат разобран. Можно производить его дальнейший ремонт. С вами был Алексей Павлов. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. До встречи в новых видео.